Ролик последующий Blender 2.81. Давайте в нем рассмотрим именно как устроена именно NFS Underground гонки и посмотрим вообще, что там получилось, когда я ее вытащил из игры. Так, файл импорт опс. И находим машина. Итак, вот такой вот город. Вот так он выглядит. Смотрим, откуда начинается старт. Так, вот отсюда начинается старт. Вот пошла, находится одна машина. Я ее поставил именно к забору. Здесь вот пошла машина, вот так вот выглядит соперник. Вообще по примитиву. Так, что тут у нас с приближением? Так, светофоры. Вот такая машина, это противник. Колеса квадратные. В принципе, что заморачиваться? Или, наверное, вот эти кубы, это для вращения колес. Ну, вот как я делал, танки, траки. И вот это, наверное, возможно, такая штука. Ну, это опять же догадка. Так, это вот одна машина. Так, сейчас поближе подвести. А это вот навстречу едет машина. Вот так вот выглядит. И колеса, по-моему, вот здесь они есть текстуры квадратные. И здесь колесо такое. Вот, по-моему, здесь просто находятся текстуры вот этих диска, колес, покрышки. Так, ну и что еще здесь можно взять? Так, вот забор. Просто вытянутый, тонкий, тоже с текстурами. Так, машина, опять же, это что такое? Машина, опять же, сплющенная. Надо ее немножко транспозом вот это все вытянуть. Так, у машины отсутствуют передние колеса. Задние еще есть. А вот внешний вид. Давайте посмотрим спереди. И вот такой вот внешний вид. В принципе, корпус офигенный. Можно его взять и уже переделать, чуть-чуть подкорректировать. Будет классная тачка. Ну и город посмотрим. Так, это вот... Зайдем теперь в Edit Mode и посмотрим, как тут все. А здесь вот развертки. Это вот дорога. Развертки домов, зданий, это уже так наносится без проработки. Вы видите, что вот на этих домах только окна, и вот так намечены, это вот именно полигоны, в которые вставляется, наверное, это развертка вот этого окна, текстуры. Так, ну а здесь просто нарисована текстура с окнами, и тут здание, просто лицевая текстура. Так, получается, вот такой вот город. И смотрим, машины пошли вот отсюда и пошли вот сюда. Здесь уже начинается как соединение именно другой вот этой обстановки, потому что слишком многовато это было бы за раз все. И вот эта вся игра построена на кусках. Вот этот кусок стыкуется с другим, и пошла машина, все заходит, это уходит. Начинаются все события на том участке. Так, что тут еще? Это вообще непонятно, что в игре посмотреть. Может, свет какой или еще что-нибудь. Мало похоже на здание, а там, черт его, может, город вдали как-нибудь так сделан. Так, ну а здесь... Водоем, фонтан какой-то, наверное. И все это дело находится именно в
в сфере. Там все камеры, и на сфере внутри именно уже там небо, что там еще наносится. Короче, обстановка именно звездного неба или там дня, ночи. Короче, такая штука. Так, ну вот так вот выглядит город. И вот так выглядит игра NFS Underground. Так, что тут? Ну, как машину доставать в предыдущем ролике я вам уже показал. Это... Так, вот, кстати, еще как выглядит город. Это вот сверху вот такой внешний вид. Вот она проходит в тоннеле. Где этот тоннель тут? Вот. И пошел поворот. Это уже вторая часть соединения города. Вот отсюда поворачивает машина и пошла туда, вокруг за здание. И вот так она въезжает в тоннель. И вот так все здесь текстурами покрывается. И вот вдали вот такая шняга. Вот так все это дело выглядит. Это вторая часть. Вот такая, такое построение. Так, выбираем, смотрим, как тут Edit Mode. Ну вот вы видите, тоже все порезано для разверток. Все нормально. Все зашибись. Вот она машина. Вот с такой сеткой. Я хотел ее вытаскивать. Ну вот так она выглядит. Снизу у нее вот такой вид. Ничего тут такого серьезного. В принципе, такую машину в Blender можно сделать самому. Ну вот так как-то все треугольно-квадратно. То ли просто вот эти колеса были, но программа их не выточила. Вот тут тоже какие-то квадраты. Они по ходу крутят колесо. Для реалистичности. Ну, вот такой вот передок. Так, что тут еще? Edit Mode. Вот так машина выглядит. Ну, а потом уже заходите в шейдеры, накладываете на нее текстуры, которые тоже скачиваются вместе, ну, в другую папку. И их подкрепляете, и все нормально. Точело так точело. Все, всем пока, до свидания. Вот так все выглядит в игрушке. И саму игру вы можете посмотреть. Вот этот момент, эта машина. Именно NFS Underground. Ссылку кину под этим роликом.